Всем здравствуйте. Сегодня решил покататься на своем снегоходе, ну или каракате, который с одним колесом. Я вот уже приехал на речку. Ну, тут ветер встал, по ветру может будет нормально. Сейчас вот закреплю камеру и с ней покатаюсь. Снимать буду вот на такую камеру Юи. Экшн камера. Еще забыл сказать, от поселка до сюда где-то, ну, километров 6, наверное, 7. Это река Бергельда. Сейчас она впадет в реку Мьяс.
Я вот доехал до Шашнёвского водохранилища. Это вот уже Шашнёвское водохранилище. Это впереди поселок Смолино. Вон там, вон это, плотина. Ну, вам видно, не видно вдалеке. Ну вот, больше не увеличивается. И город Челябинск уже. Ну, решил дать маленько остыть, отдохнуть, так как поршневая новая, неохота быстро угробить ее, надо прикатывать.
на речку съездил. Сейчас катаемся на санках. Ну чё, как вы катались? Нормально, да? Ну все, приехали. Снимать некому было, как катались. Все кататься хотели. На снегоходе я накатался. Ну, можно сказать, накатались. Правда, снимать некому было. Так далеко я еще никогда не ездил. В общем, можно делать выводы по этому снегоходу. Из-за того, что тут одна лыжа, и пытаясь ловить равновесие, руки устают, рулем приходится постоянно крутить. А так он очень хорошо идет. Я ездил, ну там переметы, снега много было, в основном на третий. А где утоптано там, по старым следам, там на четвертый. Ну, по старым следам вообще хорошо катится. Но я думаю, он и по глубокому снегу будет ехать, так как он очень хорошо гребет. Я вот думал, с санками не потянет, а ничего. Двое в санках, и все нормально. Я по снегу их везде катал, все хорошо. Вот я сейчас думаю... Это еще не точно, но думаю, может, правда, сделать сюда две лыжи. Мне многие писали в комментариях, что сделать две лыжи впереди, как у снегоходов. Тогда и управляемость будет лучше, конечно. И уже так не будет на бок заваливаться. Ну, с другой стороны, тут дело привычки. Когда уже привык, я чисто на ногу опирался, вот, на ту лыжину, и рулем уже не крутил. Но все равно развороты очень большие, ну, радиус разворота. В общем, подумаю, пишите мне в комментариях, как вы думаете, стоит, не стоит делать впереди две лыжи. Одну лыжу я делал, чтобы как бы колесо... За лыжей шло. Лыжа впереди протаптывает, и колесо как бы по нему ехало уже по этому следу. А если сделать две лыжи, то уже колесо будет ехать по, ну, целине как бы. Вот, не знаю. Ну, на этом всем спасибо за просмотр. До свидания.